Северском районе прошло выездное заседание Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека. Традиционно его члены провели первую половину дня, работая на местах и встречаясь с жителями. Одна из групп под руководством заместителя председателя Совета Ольги Малаховой осмотрела объекты восточной части села Львовское. Раньше эта территория была хутором Парона Покровский. Жители направляли в совет обращения, касающиеся медицинского обслуживания. Местный ФАП нуждается в основательном ремонте. Помещение отапливается дровяной печью, а с потолка то и дело сыпется штукатурка. Беспокойство вызывает и федеральная автодорога, проходящая по улицам Свердлова и Северная. Несмотря на большой трафик, нет освещения и тротуаров. Люди просят перенести ее из черты села. Выездная группа посмотрела несколько вариантов дорог на грунтовой основе, которые могли бы служить альтернативными для движения больших транспортных потоков. Обустройство же неосвещенного участка федеральной дороги предполагает активное взаимодействие с краем. Паронопокровцы отметили и недостаточно развитую инфраструктуру. А между тем, из этой части села до центра с его школами, детскими садами и домом культуры около 6 километров. Транспорт ходит только до обеда. Глупо, его никто не будет делать. Спортивную площадку размежевали, никто не будет делать. Хотя есть программы, в которых можно участвовать, благоустройство. Наравне даже, как мы должны приближаться к городским, правильно, к гражданам. Вот школа сзади была, елки одни остались, сейчас школу продали, она развалилась. Рядом детская площадка, которую они отписывают по документам. У вас есть детская площадка. Вы посмотрите, это еще крутая, на другой улице она вообще другая. Это наша детская площадка. Во второй половине дня участники мероприятия подвели предварительные итоги визита в муниципалитет. В здании районной администрации в расширенном заседании под председательством советника губернатора Кубани Андрея Зайцева приняли участие члены совета, замминистр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Галина Витковская, глава района Андрей Дорошевский с заместителями. Обсудили перспективы реализации на территории муниципального образования пилотного проекта цифровизации сферы ЖКХ. Галина Витковская уверила, что все проблемы района находятся на контроле краевых органов. О них знают и готовы помочь в их решении. Не останутся без внимания и вопросы, озвученные жителями села Львовское. В течение многих лет многие вопросы не решались. По разным причинам мы сейчас выводим за скобки, почему это происходило тогда. Но на сегодняшний момент часть инфраструктуры находится в достаточно плачевном состоянии. Мы наблюдаем отсутствие достаточной коммуникации как со стороны представителей администрации по отношению к социально активным гражданам, так и с другой стороны. Глава района Андрей Дорошевский отметил важность деятельности совета при губернаторе Краснодарского края, который, по сути, является эффективным механизмом прямого взаимодействия между органами власти и гражданами. Очень важно видеть, слышать и общаться с людьми, чтобы иметь всестороннее, общее, объемное такое понимание происходящего. Вот за это вам спасибо большое, за то, что вы приехали сюда, за то, что вы уделили нам внимание, за то, что вы выслушали обращения наших граждан. Андрей Зайцев, в свою очередь, подчеркнул, что важной проблемой является недоинформированность граждан. Необходимо шире пользоваться грантовой поддержкой, научиться использовать возможности ТОСов и привлекать внебюджетные средства для решения ряда вопросов. Огромные суммы выделяются на развитие сельских поселений, хуторов, станиц, местный бюджет. Ну, эта тема вам хорошо знакома. Инициативное бюджетирование по благоустройству территории. Механизмов масса. И я согласен с Андреем Владимировичем, что проблемы от недоинформированности не в смысле того, администрация не отчиталась, общественники не донесли что-то, а в том, что люди зачастую не знают, что вот оно лежит на поверхности, надо нагнуться, взять и использовать этот инструмент и механизм. Я думаю, это будет сделано.